Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала Десна ТВ. С вами в студии Татьяна Ионкина. Итак, коротко о том, что сегодня в выпуске. Депутаты, как представительный орган нашего населения, должны быть также в курсе всех этих дел. Обучающая сессия-семинар для депутатов Горсовета. Задержаны подозреваемые в краже антикварной шашки Надир Шаха. Сводка криминальной обстановки в Десногорске за неделю. Да, все чисто, все организовано, все структурировано, все четко. Банковские служащие убедились в безопасности атомной энергетики. А сейчас об этих и других событиях подробнее. В июле этого года для руководителей и сотрудников администрации Десногорска госкорпорации «Росатом» была проведена стратегическая сессия по поиску и внедрению новых форм общения с населением города. А 14 сентября заместитель главы Александр Новиков провел обучающую сессию-семинар для депутатов Горсовета по этой теме. Цель данного семинара – настроить депутатов на работу с жителями и избирателями по-новому при помощи тех форм общения, которые сейчас внедряет администрация, укрепить имидж органов местного самоуправления и наладить взаимодействие с населением города. Данная сессия обусловлена тем, что сейчас органы местного самоуправления настраиваются на новые формы общения с жителями, поиск новых форм, внедрение этих новых форм. И, соответственно, депутаты, как представительный орган нашего населения, должны быть также в курсе всех этих дел и непосредственно в нем участвовать. Александр Александрович провел презентацию по теме «Роль общественности в местном самоуправлении», где подробно рассмотрел общекорпоративные проекты, которые реализуются в нашем городе. Это «Слава Созидателям», «Территория культуры Росатом», «Гражданин страны Росатом», «Отраслевая инициатива школы Росатома» и «Лучшие муниципальные практики». Рассматривались конкретно те нюансы этих проектов, которые связаны непосредственно с работой с населением. Также обсудили малое и среднее предпринимательство, запланированное экологическое мероприятие «Чистый берег» и вопросы политической жизни нашего города. 14 сентября руководитель областной избирательной комиссии, уполномоченный по правам человека в регионе, подписали соглашение о сотрудничестве в вопросах осуществления избирательных прав граждан. На сегодня на территории Смоленской области зарегистрированы 78 тысяч инвалидов. В соответствии с законодательными нововведениями для них в обязательном порядке должен быть обеспечен беспрепятственный доступ к местам голосования. Уже сейчас ведется работа по переносу помещений избирательных комиссий на первые этажи зданий. Уроженец Ершичей Александр Мисуркин возглавил экипаж МКС. Также в основном составе два астронавта НАСА. Они проведут на борту МКС 167 суток. Планируется провести 40 научных исследований и более 200 опытов по программам России и США. Перед командиром экипажа Александром Мисуркиным стоит и индивидуальная задача – осуществить эксперимент по сбору с внешнего борта космической станции микроорганизмов и проверки их жизнестойкости. А сейчас криминальные новости. Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России задержаны подозреваемые в хищении антикварных изделий из здания музея Кубачинского художественного комбината в Республике Дагестан. В июне текущего года преступники, проникнув в здание музея, похитили более 100 антикварных изделий – вазы, ювелирные украшения, серебряную посуду, а также 8 шашек. Среди них оказалась и шашка Надиршаха Афшар, шаха Ирана, основателя династии Афшаридов. Надиршах был последним великим азиатским завоевателем и, пожалуй, самым жестоким в истории. По оценкам специалистов, эта шашка представляет особую историческую и культурную ценность. Ее приблизительная стоимость составляет более 1 миллиона евро. В Чеховском районе Московской области при передаче шашки Надиршаха с целью дальнейшей ее продажи были задержаны 53-летняя москвичка и 44-летний житель Смоленской области. В тот же день в городе Сафоново Смоленской области сотрудники полиции задержали еще двоих подозреваемых, у которых в ходе обыска обнаружили и изъяли остальные похищенные из музея ценности. Позднее в Москве и Дмитровском районе Московской области были задержаны еще двое подозреваемых в организации и исполнении данного преступления. Ими оказались житель Смоленской области и уроженец Северокавказского региона. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере», совершенное организованной группой лиц. В отношении четверых задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Остальным фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде.
Все похищенные ценности уже возвращены музею Кубачинского художественного комбината. А о том, что произошло за минувшую неделю в Десногорске, нам расскажет майор полиции Светлана Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 145 сообщений о происшествиях, из них 3 сообщения о преступлении. Зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 112 административных правонарушений, в том числе 89 нарушений правил дорожного движения. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 8 человек. Смоленский государственный университет и Метрополия будут сотрудничать в научной и просветительской сферах. Соглашение об этом подписали в стенах старейшего вуза региона митрополит Исидор и исполняющий обязанности ректора СМОЛГУ Михаил Артеменков. В ближайшей перспективе в университете появится магистратура по теологии. Представители Центробанка России побывали с экскурсией на градообразующем предприятии Десногорска. Цель визита – перенять опыт в области организации труда и убедиться в безопасности атомной энергетики. Все подробности далее. На Смоленской АЭС экскурсанты узнали о технологических процессах выработки электроэнергии, системах защиты, которые делают производство экологически чистым и безопасным для окружающей среды и населения. Все чисто, все организовано, все структурировано, все четко, все выглядит супернадежно, супераккуратно. Предприятие убедило нас в том, что атомная электроэнергетика безопасна. Больше всего их поразила организация работы. Для меня, безусловно, интерес вызывал и сам процесс там, организации работы, как устроена сама атомная электростанция, что происходит, как происходит выработка энергии и так далее. То есть для меня это, ну, школьная скамья осталась где-то далеко позади, и для меня очень много новой информации было с точки зрения физики, да, с точки зрения того, как происходит процесс выработки энергии. Увидеть это все, так скажем, своими глазами, это тоже огромное впечатление. Но всегда, очень часто для меня ключевыми остаются это люди, которые это делают, люди, которые здесь являются, так скажем, основным элементом движения, работы предприятия. Подробнее о процессе управления энергоблоками сотрудники Центробанка узнали на полномасштабном тренажере блочного щита управления в учебно-тренировочном подразделении. Сотрудник лесопожарной службы Смоленской области Артем Чистяков занял 3-е место во всероссийском конкурсе профессионального мастерства, который проходил в подмосковном Пушкино. За звание лучшего боролись 25 лесных пожарных из 24 регионов. Все участники показали свои знания теории, физическую подготовку и рабочие навыки. Среди лучших из лучших оказался и наш смолянин. И еще в Смоленской области прошел всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия». В преддверии 74-й годовщины со дня освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков полицейские, представители Общероссийского народного фронта и студенты благоустроили братские захоронения. Совместными усилиями общественники привели в порядок памятники воинам и жертвам Великой Отечественной войны. Это все новости на сегодня. С этими и другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала desna.dfis.tv.ru. Спасибо за внимание. До свидания.